Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might. Ребята, всем добро пожаловать, у микрофона Кексик ДРМЗС. Возвращаемся по-прежнему в КС-очку. Сегодня продолжаем играть на моем зомби-сервачке «Сожри меня полностью зомби один». Ссылочки будут, как всегда, в описании. Друзья, перед началом ролика обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал и, как всегда, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть видеоролики первыми. Так, мы залетим сюда или нет? Да. Короче, друзья, у меня для вас очень-очень много крутых новостей, связанных с обновлением, то есть новым. Поэтому смотрите ролик до конца, сегодня мы все разберем. Все вам расскажу, покажу, поэтому думаю, будет круто и здорово. Давайте, друзья, в принципе, сначала вам цены на привилегии покажу и уже приступим к обзорчику. Всем советую купить привилегии, друзья, на данном сервачке обновление просто выходит каждый месяц. Я здесь постоянно играю, снимаю. Вот, найс, нас еще заразили подавно. Давайте посмотрим цены на привилегии, друзья, кто не знает, кто не видит. Не видел. Випочка на месяц 75 рублей, 2 месяца 150, навсегда 200 рублей. Вип-админ на месяц 125, 2 месяца 200, навсегда 250. Вип-админ-босс на месяц 200, 2 месяца 350, навсегда 450. Вип-админ-босс-лорд на месяц 450, 2 месяца 600, навсегда 750. Вип-админ-босс-лорд-таркана на месяц 1000, 2 месяца 1250, навсегда 1500. Вип-админ-босс-лорд-таркана дарк на месяц 1250, 2 месяца 1500, навсегда 1750. Вип-админ босс лорд Таркана Dark Galaxy на месяц 1500, 2 месяца 1850, навсегда 2250 рублей. И все привилегии, как у меня, вип-админ босс лорд Таркана Dark Galaxy Detroit на месяц 2000, 2 месяца 2500, навсегда 3000 рублей. Привилегии, друзья, продаются через онлайн-сайт, в правом углу вы видите киберарена.ру, просто заходите на сайт, выбираете сервис «Сожри меня полностью зомби один», выбираете привилегию, срок привилегии на месяц, на 2 месяца или навсегда, и все. И после смены карты у вас оплачиваете, ну, то есть Киви, Яндексами, Вебмани, там, карточка любой, все что угодно, и все, после смены карты у вас появляются привилегии, наслаждайтесь игрой, играйте вместе с нами, веселитесь и так далее, друзья. Все, вроде сказал, смотрите, друзья. В группе сейчас стоит голосование, вернуть ли нам, друзья, вот прям завтрашнего дня. Вот видосик выходит сегодня, в пятницу, и даже сегодня вечером, друзья, вот после выхода ролика видосик выйдет для вас во сколько? Получается, в 12 часов по московскому времени, а обновление мы зальем, получается, в 6 часов по московскому времени тогда. То есть, друзья, вечерком прям, да, самым вечерком. Друзья, голосование сейчас в группе, можете зайти по ссылочке в описании проголосовать. Голосование заключается в том, вернуть ли нам с вами, друзья, вот с подарочка, чтобы выпадало, как прежде, от 1 до 250 паков. Потому что сейчас подарочка выпадает от 1 до 50 паков рандомно, а было от 1 до 250. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы выпадало с подарочков от 1 до 250 паков, то голосуйте сейчас в группе ВКонтакте, переходите прямо сейчас после просмотра видосика и голосуйте там, да, да, возвращать ли нам так или нет. И также с донат рублей не от 1 до 3 донат рублей, а от 1 до 5 донат рублей вернуть, да, друзья. Поэтому вот так, думаю, такие вот плюшечки вам вернусь. Также в этом месяце уже будет, друзья, глобально новое обновление. Как я вам обещал, добавятся новые аксессуары, новые прям крутые аксессуары. Добавится для обычных игроков нож, как я вам обещал. Также, блин, друзья, добавятся новые гранаты, которые я вам раньше рассказывал, что вы бросаете в центр, то есть в карту, и вся карта просто взрывается. Граната эта будет доступна за выполнение квестов. Также квесты новые будут. Думаю, будет круто и здорово. Поэтому, да, друзья, все. Жду вас всех. Начинаем, короче, игра. Давайте возьмем Warhammer Galactic. Пока что инфекция распространится. Онлайн, кстати, довольно-таки неплохой, друзья. Сейчас на жизнь после эпидемии 22 человека на втором сервачке. 23, на паблике 11 и на первом зомби-сервачке 24 человека. Довольно-таки неплохо, друзья. Карта, кстати, меняется. Какую бы нам карту выбрать? Давайте, хочу дека, наверное. Дека 2 хочу. Не знаю почему, но хочется дека 2. Так, друзья, ждем инфекции, пока распространится. Пока что побегаем с вами. Включим. А, все, Dust World, короче, карта. Ну, нормально. На Dust World поиграем, почему бы и нет. Повыживаем, так сказать, с вами сейчас. Будет круто и здорово. Друзья, обязательно покупайте привилегии, тем более выходные. Лето скоро, да, весна скоро, и новое обновление выйдет.
Думаю, будет вам оно очень-очень сильно понравиться. Особенно квесты новые, друзья. Все специально для вас. За донат рубли, аксессуары новые. Донат меню, возможно, новые плюшки какие-нибудь добавятся. Там новая валюта какая-нибудь. Ну, я не знаю, но мы что-то придумаем. Все для вас специально, друзья. Поэтому обязательно присоединяйтесь, будем вместе играть. Так, давайте босс меню, паутиночку включим, через лорд меню граб включим, через менюшечку дарка включим бесконечные патроны и через менюшечку Galaxy, друзья, возьмем с вами паки, донат рубли, ой-ой-ой, я не взял, к сожалению, в руки. Так, а мы можем возродиться? Нет? Окей, ждем сейчас, возможно, нас кто-нибудь блинкдаггером возродит, но это произойдет вряд ли произойдет. Так, давайте мы, кстати, перезайдем, я хочу просто, чтобы у нас счет был 0-0, сейчас будем убивать зомби, мочить, думаю, будет годно и круто. Быстренько перезайду, опа. Так, с реверанта Юниверса, как всегда, берем. И будем сейчас играть просто, друзья, круто будет. Такс, давай, все, я зомби, сейчас я возражусь, сделать зомби человеком. Такс, опа, зомби, сейчас, ребята, сейчас, просто... Так, будет... Так, где здесь... Вот, дарк, друзья. Дарк. Где? Быстрее, братан. Возроди меня, пожалуйста. Где же ты там был? Я не успели. Ладно, короче, я себя возражу. Пускай будет так. Возьмем... Угу, я понял. Я просто... Спасибо тебе, Heaven Drive. Спасибо, братишка. Просто спасибо. Найс, и нас возродили. Нормально, короче, все. Будем так. Возьмем Юниверса. Пускай будет счет 0-1. Без разницы, в принципе. И сейчас будем с вами божить просто. Включаем быстренько все те плюшки, которые я вам говорил ранее. М6, менюшечка лорда. М6-4. Граф включим. Через меню арканы возьмем... Драгонлор, и в принципе с Драгонлора в этом раунде поиграем, 11 тысяч хп. Такс, ой-ой-ой-ой, такс, опа, все, завалил паренька. В этом раунде с Драгонлора постреляем, я хочу пострелять с него, почему бы и нет, в принципе. Такс, ой, по мне, чуть бы не попали, ребята, чуть бы не попали, Heaven Drive. Просто, давайте я возьму Хаммер, блинкдаггер, спасибо. Я его хотел возродить, он мне просто взял и завалил, такс. Возродите меня, возродите, такс. О, спасибо. Так, все, меня возродили, мы, к сожалению, Драгонлор с вами прокакали. Давайте Хаммер Шада возьмем, он дает невидимочку. И залетим вот сюда, куда-нибудь через меню Дарка включим бесконечные патроны. И через меню Galaxy возьмем паки, донат рубли и гранату сферу, чтобы зомби вот сюда пробраться не могли запрыгнуть. Вот, граната сфера у нас появилась. И сейчас, друзья, вот, гранатки выбросим быстренько. Так, сзади никого нет, я надеюсь. И через менюшку Детройта паки, донат рубли. И, друзья, ой, сколько же там зомби попали по нас. Попали по нам, ребята, попали. Так, хулиганчик возроди, плиз, с блинкдаггера. Сейчас, я надеюсь, он меня услышал. Идет, бежит ко мне. Так, спасибо, братик. Все, он меня... А, мы, кстати, забагались, друзья. А я смогу взять менюшку Детройта, гранатомет. Вот, да, кстати, сможем взять его. И сейчас просто вот так будем. Я, кстати, двигаться, слабо двигаюсь. Найс, нас снова заразили, блин, прокакал с вами гранатомет. Так, окейшки, блин, три человека. Ну, жестко играть, друзья, жестко, реально, хардкорно, немножечко. Вот просто посмотрите, сколько здесь подарочков вот таких вот валяется. Ну, круто, однозначно здорово и круто. Так, в следующем раунде, возможно, сделаем себя кем-нибудь. Напоминаю, друзья, обязательно покупайте привилегии. Сервачок мой, кто не знает, будет вместе с вами здесь играть постоянно. Все ссылочки на онлайн-покупку привилегий будут в описании. Тем более обновления каждый месяц. Стараемся для вас новые плюшки добавлять и так далее. Кстати, давайте посмотрим, что у меня по квестам. Квесты, так, с 194 подарочка я собрал из 300. Ну, будем, кстати, я, возможно, новую рубрику буду снимать именно выполнение квестов всех. Вот, когда новые квесты вы идут, я просто... Будет круто, будет очень здорово. Такс, три человека. Рома, когда видео? Видосик сегодня, в принципе, выйдет. Почему бы и нет, да? Все, друзья, ждем, короче, нового раунда. 30 секунд остается вот здесь. Пацаны с аксессуарами новыми. Красиво, просто здорово, прекрасно. Я хочу сейчас Heaven Drive заразить, друзья. Он меня сколько раз заразил, и я его сейчас хочу заразить. Где же он, друзья? Я хочу просто попасть по нему и заразить его. Так, ну он убегает. Опа! Опа, сейчас мы его заразим, друзья. Сейчас мы его заразим просто. М2, ай-яй-яй, практически, блин, друзья, я его заразил. Ай, не получилось, короче, нам не фартануло, можно так сказать.
Блин, ну Heaven Drive, конечно, мощный паренек, кстати, топ-15, вот он на первом месте сейчас стоит на данный момент, ну нормально. Ранг, давайте посмотрим, я занимаю 65 место, кстати, мы ранги обновили, друзья, да. Ежемесячно ранги обновляются, поэтому круто. Кстати, мы, возможно, придумаем плюшки для игроков топ-15. Будут даваться некоторые плюшки специальные, которые будут доступны только за топ-15 игроков убитых. Поэтому, друзья, ждите, будет круто также и здорово. Давайте Warhammer Universe возьмем, пока инфекция не распространится, еще раз повторяюсь. И, в принципе, джетпак с базукой возьмем. Почему бы и нет, вот так быстренько будем летать. И какую бы нам пушку сейчас взять? Вот это вот меня интересует. Давайте через донат меню, возможно. Донат оружия. Ну и в принципе не знаю, чего здесь можно взять. Донат меню. Так, кстати, давайте рулетку на мапаке покрутим. Вот, 25 донат рублей. Погнали, друзья. Пока крутится рулеточка, давайте мы возьмем какую-нибудь пушечку Galaxy. Галактический миниган. Почему бы и нет? Галактического минигана сейчас постреляем, помочим зомбаков. Просто урон очень имбовый. Вот просто взяли, завалили и все, улетели. 370 паков выпало. Такое себе, конечно, занятие. 370 паков выпало. Очень-очень мало, но, в принципе, пойдет. Сойдет и так, друзья. Я думаю, вот если вы проголосуете там в группе во ВКонтакте и захотите, чтобы мы вернули, то мы, в принципе, вернем прежние, это, друзья, прежние, как оно называется, прежнее количество выпадения паков, донат рублей и так далее. Ну, думаю, будет круто. Так, давайте вот так будем учить, зарядимся по полной, сейчас просто завалим этого зомби. Я понял, все, я понял, друзья. Короче, понял. Короче, друзья, на этой ноте тогда буду заканчивать. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайкосик и заходите в группу во ВКонтакте, голосуйте, то есть восстанавливать ли нам, возвращать, точнее ли, чтобы, друзья, за убитых зомби вам выпадало от 1 до 250 паков и от 1 до 5 донат рублей. Короче, все, голосуйте сами. Обязательно, кто, друзья, не играет на моем сервачке, обязательно присоединяйтесь, будем играть. Ссылочки будут в описании, и пишка, группа сервачка и онлайн покупка привилегий. Обязательно, друзья, также покупайте привилегии. Играем с вами, веселимся. Сегодня также зайду. Возможно, буду стримить завтра, друзья, в субботу на сервачке этом. Поэтому все, друзья, все ссылочки на онлайн покупку привилегий будут в описании. Еще раз вам цены на привилегии поставьте на паузу, кого заинтересует. Обязательно покупайте, друзья. Будем играть, будет весело и круто. Ну а я на этой ноте буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи, всем пока. Пока.